Время подводить итоги. Отчетный концерт состоялся в Люберецком дворце детско-юношеского творчества. О том, с какими креативными номерами выступали коллективы, смотрите в нашем сюжете. Приветственное слово сказано, дети готовы к выступлениям. На сцене нужно показать результат работы за весь академический год. Кто-то перед зрителями выступает впервые. Есть маленькие дети, которые еще вот в хорах, например, которые еще первые классы, которые только пришли буквально в сентябре к нам в Дворец творчества и только первые шаги делают в направлении большой сцены. А есть и те, кто привык к аплодисментам. Евгения Сакова в этом году отмечает круглую дату. 10 лет занимается в хоровой студии «Юность». В 6 лет Евгения увидела на экране, как выступают певцы, и решила: «Буду так же». Хочу выступать более на больших сценах и стараюсь захватить все. Преподаватели супер. Они научили меня, поставили мне правильно голос, что сейчас я могу петь довольно много произведений с легкостью. Вокальных студий во Дворце творчества немало – народные, эстрадные и академические. Для тех, кто хочет мастерить, есть секция декоративно-прикладного искусства. А кто желает попасть в большой спорт, может записаться на художественную гимнастику. Занятие найдется для всех юных мечтателей. Айтат Шчирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.